Добрый день. На обзоре томат Tigueretta Cherry желтый. Это низкорослый сорт, кустики высотой 30 см, штамбовой формы, листья светло-салатового цвета, ну вот такого как хризантемы, видите, те темно-зеленые, эти светлые, вот такие листочки и Tigueretta Cherry желтый. Плоды желтые, полосатые, вот такие вот. Весом 40-50 грамм, взвешивать я их не буду, просто покажу. Полосатые, такие вот прикольные, трехкамерные, сочные, внутри даже такая розовиночка есть. Сорт очень интересный, вкусный. Можно выращивать в горшочках, как комнатный сорт, на балконе, лоджии. На окне. Ну, он, в принципе, и выведен для того, чтобы как комнатная культура выращивать этот сорт. Я зимой его выращивал. И я вам скажу, что ежедневно с одного кустика можно по плодику зимой иметь. Для ребенка как раз будет по помидорчику. Свежие витамины с окна зимой. Он очень сладкий, вкусный. С куста урожай небольшой. Килограмм два, не больше. Это если посадить в открытом грунте. Ну, в комнате, конечно же, меньше. Это плодиков 10 за сезон, за зиму. Очень вкусный, очень сладкий. Семена этого томата можно приобрести у меня. В описании под видео ссылка на мой сайт. Заходите, выбирайте себе семена. Если вы выращивали Tigueretta Cherry желтую, напишите свои отзывы в комментариях. У меня есть два сорта. Это красная и желтая. Кусты одинаковые, салатные листья, низенькие, просто плоды. Там желтые, там красные. Вот такой интересный сорт был на обзоре. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Впереди очень много всяких сортов томатов буду показывать. И другие культуры и растения. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на моем канале. Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик в подписках, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!